It's MK the bad boy barber. See, you know he cuts and he cuts hair neatly. Drop fades with the lines that be sharp beat. Taking time to teach the whole community. He do it one, two times. Now he's overseas. International barber, now fashionable. One, two times. MK is classical. Something magical. Or is he radical? You know sometimes he be mathematical. Any which way you know it is classical. It's the barbering way because it's our way. You do it MK cause you know it's our way. It's MK the bad boy barber, see? It's MK the bad boy barber, see? We'll be right back.
Шоу-программа от президента Независимой ассоциации парикмахеров Великобритании, стилиста МК. Мы благодарим МК за подаренное нам удовольствие и поздравляем его в этом году. МК становится лауреатом премии в области индустрии красоты в номинации «Профессионал года». Для получения награды мы просим МК остаться на сцене и приглашаем на эту сцену представителя профессиональной прессы, главного редактора журнала «Art Kaufür» Екатерину Хам. Вручается диплом лауреата и золотой знак отличия премии в области индустрии красоты. Выбор профессионалов в номинации «Профессионал года». Победитель – топ-стилист, президент Независимой ассоциации парикмахеров Великобритании MKHSA. От души поздравляем МК с победой!